Ну и Маршалл против Зубери, может быть. Ладно, первый раунд против Суно, это Биг Камбрей. В принципе, нормальное начало, давайте мы это кипнем. У него 4 ванквиша, 3 ванквиша Роблейда, правда? Будут наших Зубер разносить сразу просто. Визом. Да, вполне можно его достать, тут относительно медленно. Сколько у нас? Нам на второй зелен надо просто сик пауэру получить, и все нормально будет. Нам поначалу, может, конечно, за кукбуком сходить и дроваться начать. Смотри, сейчас посмотрим, какой у него старт будет. Может просто даже убрать пока Зубери, например. С таким количеством ванквиша и сала, возможно, нам она здесь не сильно нужна. Вот так, можно просто достать кукбук. Да, за ту же Зубери пока просто достанем. Хотя и Ризану можно пока убрать, он нам не так нужен. Нет, Риз хотя бы выйдет, давайте пока просто Зубери уберем и кукбук достанем. Что еще на следующий ход поставим кукбук, потом с него подроваемся. И до Зубери нам пока дело не дойдет. О, Бабай, привет. Вернулся с командировки. У него нет ничего, чтобы ломать нам, да, его? Там просто стоим, все, тут ничего делать нечего. Ну вот, теперь можем с нашими хилами начать и дроваться. У нас два хила, в принципе. Еще получить спеллов. Еще один спелл получить. Чтобы Ризен еще вышел, похилился. Да, наверное, давайте начнем. Пропустить придется один раз Титана, как бы. Ну, потом двойной блок здесь просто поставим, ничего страшного. Ну, еще один Ризен, да? Ну, в принципе, мне кажется, надо еще раз подровать. Посмотреть, что там будет. Да, давайте просто поставим в двойной блок Титану. У него фастпола все равно пока нету. Быстро все прошло. Или он нажал очень быстро все это дело. Ну, отлично. Давайте, наверное, сразу мы его убьем. Бегемот нам намного противнее здесь. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Маршал. Нужен нам еще маршал? Мне кажется, нам одного маршала вполне хватит в этой игре. И еще постоим немножко. Все. Теперь, кстати, у нас вот как раз 3 скалспела есть на ванквише. Сейчас он, скорее всего, достанет Sword of Unity, может достать и на Титана. Уже прошло двое, то есть он Stand Together, Sword of Unity, скорее всего, достал, либо еще Мистика достал. Окей. Ну, давайте еще раз пожадничаем. Отлично. У нас много Ризенов. Вопрос, был ли там Stand Together, надо было ли харшить?
А, у нас три ризана, это вообще круто. О, еще бегемот. А, давайте проверим, есть ли там у нас... Да, у него есть. Есть Mass Protect. Окей, ну я предлагаю просто Ризаном ударить вот сюда вот. Чтобы снять. А с другой стороны там будет меч еще, вот в чем вопрос. Как нам правильно распорядиться со всем этим делом? Давайте еще подровываем, посмотрим. Может быть там... Не, там просто... Ну ладно, давайте мы тогда попробуем снять здесь. Хотя по-любому с World of Unity второй должен был быть. Да, с World of Unity. Что, еще киллер будет у него, нет? А, просто ванквиш. А у него киллера-то и нету. Да, десяточка это очень много довольно. Но куда деваться? Придется пропускать. Так, вот фаербомб. Нет, фаербомб нам не нужна. Ну, еще дровуемся, куда деваться. Правда, все уже опасно довольно. Сможем ли мы здесь отхилиться, как бы все это снять? Нам вся второй харшик бы не помешал. Придется всех отдавать здесь, к сожалению. Пять. Всех этих трех придется отдать сюда, чтобы вот это убить. А иначе делать нечего. Ну и заблокать здесь. ХП так не страшно у него, просто страшно с этим чем-нибудь как-нибудь избавиться. Если харш, на насколько улетает? На 2, 7 еще, да? Он, блин, нормально вылетает. Но мистика все равно придется убивать, хочешь не хочешь. Давайте попробуем, вдруг что-нибудь найдем. Типа ванквиш какого-нибудь. Опа-на! Да, знатно мы себя подбили прям как раз. Практически. 2-2. Да. Прям в одном хп останемся. Если у него там есть еще один меч, то все, мы проиграли. А если Ризну поставим, если там будет ванквиш, мы сразу продуем. Читаю, что у него еще ванквиша не было, а у него там и ванквиш... А, он был ванквиш, у него еще ванквиш Рблейда есть. Поэтому, как бы... Пурифай. Это на сколько мы стукнем? Ну, кстати, сможем с Пурифаем еще попробовать одного убить и похиляться еще одного убить. С другой стороны, толку от этого есть... Все равно что-нибудь... ультимативнее, чем Purify. Давайте рискнем убрать его. И чувствую, сейчас у нас второй будет меч. Хотя там еще Vanquish Shellblade ли будет поможет. Да, еще Vanquish Shellblade. Типа Firebomb мы поймали предательски.
вторую игру. Здесь, в принципе, а хотя что у нас? Find the way и райс есть. Нормальный, по земелькам нормально. Эх ты. Что, в ХТВ-то убирать неохота. Слушай, надо было, наверное, вот эту сыграть просто. И не парить, что мы ход потеряем, зато ХТВ точно останется. Да, тут я, наверное, зря так сделал. Че, еще одна тичерка? Ух ты как. Слушай, не, ну вторую надо блок стараться, если получится. То две тичерки, мы уже все. Считай, без маркета. А, послали маршал. Посмотрим, что там будет. Ох, третья тичерка. Не, ну с тремя как-то совсем. Тремя совсем все плохо. Слушай, ну одну точно, если у нее там stand together будет, будет вообще все печально. Одну точно надо сразу салить. Не, ну три, такое начало вообще агрессивное. Что-то так он был не готов от Биг Камбрея. Сейчас он кэшербэйк просто накинет, чтобы я побольше урона внести, а нет. Мне кажется, нас здесь передавили. Дешевую мы ничего здесь не найдем. Поставить зубери, чтобы ее убили, ну, с другой стороны. Ей хоть как-то отблокаться можно. Не, еще какой-нибудь сворд будет на шестерке майн, и все. И поиграли. Какой-то агро камбрей вообще получился вместо биг камбрея, а руку мы такую оставили. Относительно слабенькую. Да ё-моё, еще, да, не дают нам времени. Мне кажется, надо сразу убивать Вальку, поскольку она летающая. И пока нет, опять же, защиты никакой. Набор-то уже не новый, он уж сколько ему? В 4 месяца где-то. Не знаю, я даже не помню, делали мы на него обзор, не делали. Что он уже старый, можно сказать. Да студент, значит, два хода расти будет, чтобы страшно было. А Валька сейчас будет летать, у нас ХП мало. Сейчас есть там на Вальку меч, и нас просто по воздуху запорят. У меня против воздуха ничего нету. А сейчас я смогу и там ХТВ один момент поставить, этим даже просто отблокаться. Поэтому мне сейчас важнее не пропускать по воздуху, нежели там студент будет расти пару ходов. Вот, пошли за мечом, короче. Против воздуха все плохо, поэтому землю как-нибудь удержу, может быть, а воздух вообще никак. Ну,
ну вот. Не хватает там прям времени сыграть чуть-чуть вот этих Rise of the Challenge. Сейчас повесит меч и все, и нас убьют. Вот прям вот чуть-чуть нам, да, опять же, не та земля. Блин, чтобы вот все это можно в один ход сделать. Райдом мы тоже ничего не можем найти, потому что как бы все будет дорого. Вот сюда вот просто пока Purify, а потом попытаться это убить как-нибудь. Я по-другому вообще не вижу, что делать. Плейт вообще никак. Сейчас вся мета это FPS скрим. Да всякие деки с варой. Раканы сейчас плохо. И что вот с этим вот делать? Вообще ужас какой-то. Ну все, нам теперь тут ничего не поможет. Тоже за 4, это все печально.